Первый день весны белорусы встретят со штормовым ветром и осадками. Через нашу страну будет проходить южный циклон Зиси. Утром и днем пройдут продолжительные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Днем будет от 2 градусов мороза по северу до плюс 5 по югу. Такая погода сохранится до пятницы.